Удивительно. А тут Хэллоуин. Смотрите, как все быстро в Америке. А тут уже Крисмас. Ну вот так-то все. То, о чем я вам говорила, Сэмс Клаб. Щелкунчик. Вау, елочки, уже все, уже Новый год, уже наряжаем. Наряжаем, покупаем. Вот так вот. Ой, какие красивые олени. Удивительные. Круто. Нет, вот такого мне нужно. Виолетта увидела блендер. Есть коллекция цветов, которую Лера мне подарила, но тут есть другие, видишь? А, красивые. Другие вот цветы. Смотрите, какие интересные штуки для спортсменов. Сразу стоят вот эти. Это, слышишь, это как перекус, как батончики. И сразу объясняется, видите? Показывается, что к чему, как. Ну, я считаю, что очень-очень шикарно. Ну, а мы едем дальше. И вот смотрите, как интересно работает машинка. Видит человека, останавливается, объезжает. Ничто попало. То есть, явно у нее есть сенсоры. Лет, тут есть разное мороженое. Давай без мороженого. Лето, остановись, пожалуйста. Лето останавливаться не может. Если ей что-то в голову взбрело, значит, надо брать. Посмотри. Смотрите, а мы взяли вот такие, мы нашли интересные влажные салфетки. Так это выглядит. Мне неудобно показывать. Вот как-то так. Ну, попробуем. Ну, вроде бы, оно нормальное. Понятно. То, что чуть-чуть больше. Поняла, это вот такие вот, как сникерсы маленькие. Но. Это вот мороженое, которое мы любим. Ну, хорошо, вроде поехали. Вроде бы оно никакое не диетическое, ничего. Хорошо, дальше поехали. Сейчас мы едем там, где овощи и фрукты. Ребята, очень удобно. Вот такая вот тачка, прямо как в магазине, завозится в квартиру. То есть не надо надрываться. Не надо надрываться, когда привозишь продукты. Эти тачки стоят в самом низу, там, где паркинг. То есть люди паркуют свои машинки и в этих тачках завозят еду домой. Но так как у нас машины нет, то мы берем все это дело и вывозим на улицу эту тачку. Очень-очень удобно. Пока мы ждем Виолетту, я вам покажу, как смотрится вот этот вот ковричек. Конечно, он милипиздрический для этой ванны. Я думала, если честно, что он будет в 3 раза больше. А вот. Ну и благодаря этому коврику, теперь коврик, который раньше лежал рядом с душевой кабинкой, теперь рядом с унитазом лежит, а учитывая то, что Виолетта вечно ходит босиком и сидит в туалете часто и смотрит видео разные, то очень даже полезен будет этот коврик. Ну и сейчас придет Виолетта, и мы вам покажем распаковку. И видите, как очень удобно. Пришел, повесил сумочку. О, Виолетта пришла. И как я обещала, сейчас мы покажем распаковку. Мы купили воду Перье, ребята. Да. Ой. Теперь покажи нам, пожалуйста, что мы купили еще. Что мы купили? Мороженое. Ребята. Мороженое купили. Угу. Давай вот так ты будешь показывать. Я просто не хочу, ребята, доставать. Смотрите, ребята, купила я суши себе на ужин или на обед, не знаю. Потом купили мы... Что? Ну вот смотрите, вот такие вот помидорчики. Помидорчики, мы их очень любим. Ну, маленькую ну так не купили. Видно, Лет, ну можно достала. Маленькую купили, голубику. Купили, как это? Киви. Киви. А удивительно, что ты киви захотела. Потом купили огурчики, картошку. Вау, да. Мы что-то в последнее время, ребята, подсели на жареную картошку. Да. И яблочки. И яблочки. А какой у нас кулек порвался? Вот этот. Ребят, вы представляете, вы посмотрите. Столько всего наперли, что кулек порвался. Итак. Здесь вот, смотрите, вот такие персики. Они, видите, как у них продаются, чтобы не помять
эти персики, они продаются вот сразу, покажи. В такой картонной коробке. Но бывает, ты выбираешь и вот так вот. Вот нектарин, например, я купила в таком варианте. Потому что разница между картонной коробкой и вот таким кульком с одинаковым весом $3. Потом спаржевая фасоль. Захотелось мне пожарить, ребят. Рыбу. Мама любитель рыбы. Да, вот обожаю это. Рыбу. И вот такие вот салфеточки. Ага, салфетки мы купили, влажные салфетки. Попробуем, расскажем. Видите, да. Такая, я вам показывала, большая коробка. Ну и потом я купила... Да, Виолетта себе купила блендер. Ну как это называется? Миксер, блендер. Миксер, блендер, я не знаю что, но Виолетточке захотелось, и она себе купила. Что да, я давно хотела купить себе, потому что я люблю смузи пить, люблю всякие милкшейки пить. А вот милкшейк взял вот такой вот, я не знаю, блендер, наверное, это называется. Взял мороженое на это, насыпал туда потом молочка, и вот вкусный тебе милкшейк получается. Ну да, да, в принципе, вот как раз я купила мороженое, вот такое вот вкусное, вот он, Сникерс. Ну, вот, я думаю, такое мороженое на самом деле никто не добавляет в милкшейк. Можно все равно. Ну, ты можешь все что угодно делать. Хорошо?